Сегодня мы приехали на рынок рыбный. Один из вариантов вот здесь, вот в небольшом таком домике. Вот мы на живом сегодня таком рынке. В рыбном находимся. Очень богатый выбор разной рыбы. Здесь рыбу можно выбрать, здесь же ее могут почистить. И потом можно отправиться в ресторан, там ее приготовить, можно в ресторане посидеть. Лена, подпрашивай рыбу. Какая здесь рыба? Какая цена? Это у вас кат? Камбала. А сколько она стоит? О, они еще живые, да? Да, живые, свежие. Вся рыбка свежая. А можно даже выбрать, и вы можете ее почистить, да? Да, вы можете здесь это купить, мы вам почистим. Мы представители от ресторана вас давить. Пожалуйста, все обидеть. Да, хорошо. Что вам было легче? Вы можете себя решить для гриля, а для сковородки? Как вам будет гораздо легче? Так, один. А форель здесь красная, где-то есть? Форель, вот она, лосось красная, вот. Красная рыбка, вот эта, лосось. А форель красная же тоже? Форелька нет, форелька розового цвета. Розового такого, да? Вот такая есть видена. Нормально? Это форель? Это форель? А цена какая? Форель 18 стоит килограмм. Вот лосось 25 килограмм. Ага. А ты... Форель за 18 тоже брала? Да? Да, это не моя. Барабулька наша шикарная. Мы ее намного, она полезна. А барабулька сколько? Барабулька есть у меня. 18 и большая 20. Ага. Хорошо. Девочки, свежая рыба. Вот такой живой рыба. Рынок. Огромный выбор. И икра, и рыба есть.